В Казахстане необходимо повысить уровень культурного потенциала страны, возродить традиции и обычаи казахского народа, сохранить культурное наследие. Таких изменений ожидает представители творческой интеллигенции от нового президента, который будет избран 20 ноября. По их словам, в первую очередь избранному главе государства нужно уделить внимание развитию культуры как главному приоритету республики. Нельзя сейчас стоять в стороне и потом жаловаться и делать ссылку на кого-то. Надо реально заявить и принять участие в судьбоносных решениях нашей страны. Поэтому я за выборы, за то, чтобы каждый из нас был активен, за то, чтобы у Казахстана было реальное будущее. Немного забыли вот про наших художников казахстанских. Казахстанские искусства, в том числе вот изобретательное искусство, полномасштабно как бы вот развивается, вот, по нашему мнению. Но в то же время нужна поддержка общества, поддержка вот нашего государства. Когда будет хорошая поддержка, мы, я думаю, достигнем вот очень хороших этих результатов.